Улучшение экологической ситуации в Запорожье, создание тысяч дополнительных рабочих мест и привлечение инвестиций в регион. Инновационный проект комбината «Запорожсталь» по строительству кислородно-конвертерного цеха обсудили в ходе общественных слушаний. Проект строительства современного кислородно-конвертерного цеха ранее был всесторонне проанализирован экспертами и получил позитивную оценку экологов. В общественных слушаниях приняли участие более 200 горожан, представители власти, научные деятели и общественники, а также ведущие экологи Украины. Вот такая открытость, такие проведения громадських обговорень, знаете, это очень потужный крок до такого свідомого суспільства, коли людина может прийти и будет знать, что ее думку врахуют. Это надзвичайно позитивный крок. Я сподіваюсь, что это поддерживают и другие предприятия. Это наиболее амбициозный, один из наиболее амбициозных и приоритетных проектов, которые сегодня отрабатываются в нашем городе. Наряду со строительством мостовых переходов, муниципального энергоплана, о котором мы уже знаем и много говорим, и реализация, реконструкция аэропорта. В проектные работы по кислородно-конвертерному цеху ПАО «Запорожсталь» направил порядка 500 миллионов гривен и привлек ведущих европейских специалистов. Этот проект – завершающая точка в крупнейшей программе модернизации производства с экологической составляющей. После реализации этого проекта скорочення викидів в атмосферу в частині сталеплавильного виробництва відбудеться в рази. Це перше. Що стосується води, то практично даний проект він буде безвідходним з точки зору обороту води. Друга складова – це є податкове відрахування. Тому що в результаті реалізації цього проекту ми будемо виготовляти значно якісніший продукт, який ми будемо продавати на нові ринки за більш високою ціною. Відповідно, це більш високе податкове відрахування. Третє – це суттєвий каталізатор для розвитку підприємництва в бізнесі. Тому що на період будівництва, за нашими оцінками, буде створено як мінімум 5, а скоріш за все 10 тисяч робочих місць. По великому рахунку, після реалізації цього проекту місто отримає надійний каркас свого існування на найближчі 20-30 років. На сегодня ПАО «Запорожсталь» ведутся активные работы по расчистке площади для строительства кислородно-конвертерного цеха. Комбинат продолжает активную работу с западными кредиторами для привлечения необходимых инвестиций, рассказал Ростислав Шурма.